Наша задача в этом кадре скрыть вот эту надпись бренда. В пример про мы используем функцию размытия и слежения за объектом, трекинг. Я сейчас быстро и понятно расскажу, как это сделать. Объект у нас в движении, поэтому выделять надпись мы будем с середины кадра, так как в начале логотип плохо виден и в конце он также отдаляется. Поэтому выбираем именно сегмент максимальной видимости, где надпись не размыта в движении. Поставим в этой точке маркер кнопкой на клавиатуре M. От этой точки мы будем делать наш эффект. Начинаем размывать. Заходим в панель эффектов и пишем в поиске Blur и перекидываем Gaussian Blur на клип. В панели Effect Control находим этот фильтр и выбираем овальную маску. Наглядный значок нам это показывает. Теперь уменьшаем маску и располагаем так, чтобы она только окантовывала надпись. Тянем за точки по краям, меняя форму, и кликаем в середине маски, чтобы переместить ее. Также, если сбоку навести, появятся такие круговые стрелки. Они делают вращение. Давайте масштабируем в окне на 150% и посмотрим, все ли аккуратно. Плохо. Равняем дальше. Теперь намного лучше. В настройках маски повысим физер, чтобы смягчить края. Такое значение идеально, но смотрите по своей ситуации. Давайте уже размоем, а то непонятно, что мы сделали. В значении Blurness тянем с зажатой клавишей мыши вправо до тех пор, пока надпись не размоется. В моем случае хорошо вот так. Но я замечаю, что по краям остаются куски текста. Это мне не нравится. Для правки маски я нажимаю на надпись Mask и снова вижу края. Если мы наведем курсор на линию, можем кликнуть и добавить еще точку. Вот так вот я исправляю форму, чтобы было чистенько размыто. Возвращаем масштаб окна в значение Fit, то есть полностью увидим кадр. Продолжим. Теперь нам нужно анимировать движение. Для этого в настройках маски есть вкладка Mask Pass. И кнопками мы можем отслеживать объект вперед и назад. Для начала я отслежу от середины в обратную сторону и посмотрю, что получится. Когда программа завершит процесс, мы увидим все точки перемещения этой надписи. Смотрим результат. Все хорошо, теперь давайте в другую сторону продолжим. Опа, и вот косяк, маска съехала. Хорошо, что в этом примере это произошло, я еще покажу, как и это исправлять. Причина обычно очень прозаична. Надпись может чем-то перекрыться. Мы должны удалить все точки, что съехали. Вот этим ползунком увеличиваем масштаб линейки окна и с того момента, как маска съехала, выделяем точки мышкой и нажимаем кнопку Delete. Теперь чуть-чуть движемся по кадрово вперед. Когда уже ноги нет, нажмем снова на маску, поправим ее. С этого же момента сделаем трекинг дальше. Проследим до конца кадр. Теперь, уверяю, все будет ровненько. Отсмотрим материал. Если все-таки что-то видно, мы можем это исправить в настройках маски в разделе Expansion и добавить чуть больше смягчения физером. Теперь вообще конфетка.
Мне много чего хочется вам рассказать, показать. Я хочу видеть на своем канале каждого, кто хочет развиваться, как я. Ждите новых роликов и на связи!